От качества воздуха зависит здоровье человека. Люди в 12 промышленных городах проживают в неблагополучной экологической обстановке. Национальный проект «Экология» поможет сделать воздух чище. К 2024 году на 20% снизится уровень загрязнения воздуха в наиболее проблемных городах. Передовое оборудование и наилучшие доступные технологии значительно уменьшат опасные выбросы. Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха будет равно нулю. Экология касается каждого.